Продолжаем искать лучший вариант бюджетной универсальной точилки с сайта AliExpress. Всем мира, добра и любви. Совсем недавно я записывал обзор на вот эту точилку для заточки инструмента, поскольку эта точилка универсальна и она позволяет точить много всего. Я затачиваю на этой точилке и топоры, и ножницы, и стамески, и ножи рубанков, и ножи. То есть она универсальна. Но эта точилка была в комплекте с вот такой штангой и вот этим шарниром. И стоит эта точилка порядка $50, и я считаю, что это очень хороший вариант, как единственной точилки для заточки всего. Но я потом подумал, а почему бы не сделать эту точилку не только универсальной, но еще и удобной, практичной, и почему бы не добавить речный механизм. Но потом я посчитал, сколько будет стоить купить вот эту точилку, выбросить вот это, которое будет не надо, купить рейку, и это очень дорого. И я решил, а почему бы не обратиться к продавцу и не попросить его объединить все это и сделать одну единственную универсальную, крутую, удобную точилку для заточки ножей. И он согласился. Посмотрите, ребята, он сейчас есть в продаже вот эта точилка, он объединил точилку с реечным механизмом и еще добавил вот этот держатель брусков на 2 бруска. Почему на 2 бруска? Поскольку для любителей быстрой заточки, кто не запаривается, а просто желает сделать свои кухонные ножи или там складные ножи максимально острые, тогда ему достаточно 2 бруска. И в данном случае это 400 и 1500 грит. И они сюда вот устанавливаются, прижимаются, и вы просто точите бруском 400 грит, переворачиваете, финиш 1500 и пользуемся ножом. А сейчас, возможно, многие подумали, а здесь такие маленькие губки, они, наверное, не будут практичны для заточки длинных ножей. Нет, ребята, для заточки вот таких ножей как раз все отлично, поскольку эти ножи не прогибаются. Но, конечно же, если вы будете затачивать какой-то ультра там тонкий нож или мягкий нож, и он будет играть на кончике здесь и здесь, тогда желательно подкладывать какие-то дополнительно пластины между ножа и прижимать вот в этом поворотном механизме. Этот поворотный механизм реально очень крутой. Во-первых, он позволяет достать нож, который вы затачиваете, посмотреть под микроскопом, посмотреть, попользоваться, порезать, и потом обратно установить без смещения или изменения угла заточки, поскольку этот поворотный механизм, он съемный. И чтобы перевернуть нож, вам просто достаточно достать поворотный механизм, перевернуть на другую сторону, установить обратно. Еще одно преимущество этого поворотного механизма в его простоте. Здесь просто две абсолютно одинаковые губки, и как бы вы их не устанавливали, если вы упираете эти губки о стол, они всегда будут устанавливать нож на один и тот же угол заточки. То есть, если вы правильно прижали нож, вы проверили, все хорошо, тогда как бы вы не вращали вот этот механизм, он всегда будет устанавливаться на то же место, поскольку сохраняется симметрия вот между этими элементами. И это очень круто. А также еще одно преимущество этого поворотного механизма в том, что он намертво прижимает нож даже за 1 мм. То есть достаточно 1 мм, чтобы прижать вот этот нож, и можно гвозди забивать вот этим поворотным механизмом, и все будет работать, и смещение ножа в поворотном механизме не будет происходить. Это еще одно преимущество этого поворотного механизма. Крутой поворотный механизм. Если у вас есть уже такая точилка, присмотритесь к поворотному механизму. Ну а также рейка. Рейка, она очень удобна для выставления угла заточки. Для людей, которые там делают заточку ступенчатую со смещением угла заточки, или просто для того, чтобы настроить точно угол заточки или попасть в нужный угол заточки ножа или другого инструмента. Ну а также вот этот держатель камня, который идет в комплекте, позволяет быстро заточить нож, и потом финиш 1500, достаем, пользуемся. Я считаю, что это очень крутая точилка в плане универсальности и удобности. Если кто-то знает какую-то интереснее точилку за те же деньги, напишите, будет интересно, даже если она не с AliExpress. Просто будет интересно, есть ли вообще точилка, которая будет более универсальна, чем вот эта, и при этом настолько же удобна, с рейкой, с поворотным механизмом, с возможностью там закрепить 2 камня. Ну вот это уже не обязательно, я думаю, что если бы один был бы, также было бы хорошо. Но от рейка и поворотный механизм, и за эти деньги, и здесь можно точить топоры, ножи,
стамески, лезвие рубанка и другой инструмент, поскольку она максимально универсальна. Есть много видео с этой точилкой у меня на канале. И вот сегодня с помощью этой точилки я заточу вот этот кухонный нож. Продемонстрирую вам ее в работе. Посмотрим на результат и сделаем вывод в конце видео. Ожидаю от вас вашего мнения о данной точилке для заточки ножей. И посмотрите на цену, которую сделал вот этот продавец. Это очень крутое предложение. Покупать все отдельно дороже, я считал. На этом все. Приступаем к заточке. Итак, закончил я заточку вот этого ножа, и я считаю, что быстрая заточка кухонного ножа удалась. Заточка в два камня, это 400 и 1500 грит. Возможно, кому-то показалось, что не совсем удобно вот это переворачивать нож на другую сторону. Нет, ребята, это удобно, поскольку я с этим механизмом работаю уже несколько лет. Он у меня давно. Просто я, когда снимаю вот видео, я смотрю, рассматриваю этот процесс через экран фотоаппарата, чтобы видеть, что видите вы, не пропадает ли фокус и так далее. Поэтому я, возможно, где-то что-то там не попадал. И им, возможно, показалось, что это не совсем удобно переворачивать нож. Нет, это удобно. Если вот смотреть на вот это и помогать себе рукой, то есть смотреть непосредственно на сам механизм, это делается быстро и удобно.
Да, не так удобно, как с поворотным механизмом, который можно вращать одной рукой. Но там есть свои нюансы, есть свои недостатки, которых нет вот в этом механизме. Поэтому здесь надо просто выбирать. И этот механизм, поверьте мне, очень и очень хорошего качества, и он как бы удобный. Он удобный. Для меня лично он удобный. И я заточил этот нож за 5 минут, не устал. Заточку я производил стоя, чтобы смотреть в фотоаппарат и чтобы вы видели все, и не перекрывать собой сам процесс для вас. И тем не менее, я даже не устал, мне понравилось, и я получил удовольствие от этой заточки. Поэтому, если кому-то понравилась вот эта точилка, вот этот станок для заточки ножей, универсальный, уже доработанный, профессиональный в плане возможностей рейка, поворотный механизм и так далее, и за эти деньги, пожалуйста, напишите, что вам это понравилось в комментариях под видео. Мне будет приятно, что я вот спросил у продавца, он сделал такой станок, и теперь у вас есть возможность не покупать все отдельно, так как делал я, а я покупал отдельно себе вот этот как бы поворотный механизм, рейка, конечно же, у меня от точилки, вот это от другой точилки, ну а у вас есть возможность все купить уже вместе и за и сэкономить еще и даже. Вот так. Если кому-то понравился, у меня нет рекламы на канале, это просто для информации, все, вот здесь. Просто мне будет приятно, если кому-то помогло вот это, но принимать решение покупать этот станок или какой-то другой, это, конечно же, только ваше решение. Вы обдумываете все, чтобы не купить то, чего вам не надо. Поскольку деньги зарабатываются не просто, возможно, у кого-то и просто, у кого-то не просто, а тратить их надо с умом. Вот так. На этом все. Вот такое получилось видео. Надеюсь, было полезно. Мира, добра и любви.